Приветствую всех, с вами канал Витасал. Продолжаем, да? Пробы для идеального супа ИК. На сегодня у нас 5 консерва из фикс прайса. Такая вот здоровенная банка. Плов с курицей. От Русском. Но на самом деле, как бы, к Русскому я отношусь крайне осторожно, так как мой опыт с этой фирмой, с этими консервами, меня не привлек. Вот, но я увидел, смотрите, масса 540 грамм. Обычно там где-то 300, да, грамм консерва каша. Здесь целых 540. Читаем состав. Ставим на паузу, кому интересно. Понятное дело, что рис, мясо птицы какой-то написано. Плов с курицей, консервированный. Ну, Русском, в общем, также попрошу заметить. Ту, не ГОСТ. Ничего хорошего. Значит, ну, банка, конечно, выбита с внутренней стороны, даты и прочее. Но, как бы, сейчас все увидим с вами и убедимся в этом всем. Банка здоровенная, хорошая такая банка. Душняк бы делали в таких банках. 49 рублей стоит. Но я не думаю, что будет слишком вкусно. Как-то так. А пахнет хорошо. Пахнет неплохо. Я так морковку, что ли, вижу. Ну, кстати, смотрите, по мясу видно. Я удивлен. Это интересно, смотрите. Там мясо видно. Риса просто, я не знаю, здесь, наверное, порции две, это точно. Уже тарелка полная. Банка еще не вся. Ну, в общем, оставим это. Жира я здесь не вижу. Бульона никакого нету. Запах хороший. Целая прицелая банка риса, так называемого плова с курицей. Морковь, да, есть, кстати. Ну, это бы, конечно, лучше разогреть и попробовать. Давайте попробуем так. Я удивлен, ребята. Я очень, ребята, удивлен. За 49 рублей такая большая здоровая банка на порции 2. Во-первых, очень похоже на плов. Во-вторых, мясо присутствует нормально. Не то, что куски там какие-то, но его здесь много и его видно. Я не скажу, что это курица, потому что мясо не белое, а больше на свинину похоже. Ну, какая-то мясо птицы, но... Но по вкусу это вкусно. Я вам так скажу. Я сейчас еще его разогрею. Попробую. Мне кажется, будет еще вкуснее. А так, это плюс. Понравилось. Попробуйте. Тем более такую большую банку с собой куда-то взять. Да, я удивлен. Ну, всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи и добра, увидимся, до новых встреч. Ну, короче, понял, в чем подвох. Конечно же, без этого никак. Присутствуют косточки. Косточки маленькие, жуются, но попадаются такие, которые более твердые. То есть надо быть аккуратным при еде.
это, конечно, минус. В этот раз я покажу о мясе цыпленка, собственном соку. Купил я эту консерву, значит, в магазине Fix Price, то есть это все по одной цене. И было интересно и любопытно. Кажется, я уже что-то такое пробовал, но решил взять еще. Думаю, но все равно, на самом деле, думаю, что там ничего хорошего нет, но все-таки хочу подтвердить, так оно или нет. Банка плоская, с кольцом. Посмотрим, что на этикетке. На этикетке мясо цыпленка в собственном соку. Консервы мясные. Значит, нарисовано два цыпленочка. Потом следующее. Масса нета 325 грамм. А заметьте, что гос все-таки, а не ту, как обычно, на дешевских тушенках. Значит, следующее, это где сделано. Потом идет состав. Видно, читайте, ставим на паузу. А кому интересно. Дата выбита лазером. Видно, что свежая. Открываем, смотрим. Что же там у нас? Ой, фу, жили. Так. Да, пахнет чем-то, знаете, типа какой-то ветчиной. А, ну, знаете, я думаю, что там все-таки все перемолото и с костями вместе. Совсем вместе. Смотрите, короче, сколько желе. Вам видно, не видно? Желе просто дохера. Просто дохера. Я не знаю, можно, наверное, холодец делать. Вообще по вкусу непонятно, что это. Кладываем на тарелку. Все, вот такой вот паштет какой-то. Желе я выкладываю не буду, зачем оно нам нужно. И выложим именно мясо. Ну, как бы мясо. И посмотрим. Я вижу уже кости. То есть ничего другого я и не ожидал, если честно. Это, конечно же, кости. Там все в желе. Ладно, тут желе с каким-то мясом. Ну, видно же, вот я вижу, что вот я размял, если будет видно, вот здесь вот кость. Короче, кости, они даже вилку чувствуют. Ну, конечно, они сварены. Это понятно, то есть жеваться они будут, но все равно неприятно. Все-таки это лишний вес, 350 грамм, да? Отвратительно. Я даже есть не буду. Дерьмо еще то. Ну, короче, скажу, что не покупайте, короче, не пробуйте. Вообще, я еще такого не встречал в своих этих. Ну, ладно, все на этом. Я даже не знаю, куда это теперь только выкидывать. Собаки у меня нет, кошка такое есть не будет. Дворняжка, наверное, они сидят, и то, кто его знает. Ну ладно, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, лайки ставьте. Увидимся.